тут волки ночью ходят. Всё. Давай говорим, идем в мастерскую, и чё? Идем. Идем, и чё, на мотоспорт? Давай. Я, ребята, на мотоспорт решил записаться. Во! Всё, пошли, начну. Пошли ещё на дорогу. Я-то думал, мы ещё мотоциклы будем пиздить. Это все наше пространство. А это Егорка Наклатов. У него прям фамилия такая Наклатов. Его Наклатова называют. Представляете, ребят, здесь проводятся соревнования на таких маленьких машинках, они тут на электричестве. А, током бьется, ёпта. Ладно. Если честно, я такого даже не видел. Мы находимся в дворце молодежи. Тут я не был, наверное, года три. Я знаешь, когда последний раз был? Когда тут была выставка кошек. Потому что мою кошку постоянно приглашали сюда на выставку, а сейчас что-то нет. Налево. Может, она старая уже просто. Налево. Ну давай налево. Сейчас увидим. Увидели мастера. Он такой сказал, типа, я хочу попробовать там покататься туда сюда. А я что-то с ним не поздоровался. Меня что-то переклинило, я с ним не поздоровался. Может, это... Блин, это... Ты вообще помнишь, куда прийти? Да. Просто все наоборот. Получается, я с ним, блин, не поздоровался, если он меня из-за этого будет игнорить. Ну все, капец, ты не будешь ходить будет. Не бесишь, что мы сейчас идем в мастерскую, а не на площадку. То есть мы сейчас будем чинить, что ли, мотоцикл? Надеюсь, нет. Мы сейчас что будем выкатывать? Верку, CX, можно, я не знаю. И ты будешь на ней ездить, да? Скорее всего. Да. А Румянцев будет на ней ездить? Пусть он придет. Надеюсь, нет. Нет, он же в коляге, он же в коляге. Что за коляга? Сейчас, ребят, я еду на автоспорт, то есть мы были на мотоспорте, сейчас я еду на автоспорт, и будет решаться, либо я буду ходить на мотоциклах кататься, либо кататься на машине. Хотя, если честно, мне бы хотелось кататься на машине, потому что как-то к машинам я больше привязан. Я думаю, вы если помните эту площадку, вот она, и блин, я не думал, что так настолько дерзко, резко будут... Пацаны ездить, ёптую. Если честно, немного офигеваю, думаю, чисто немножко уроков вождения, а тут... Видишь, колеса лысые, смотри, ага. Если машина остановится... Если он сейчас обломал вечера, я его убью. Давайте ее поднимать. Давайте поднимать. Тишка налёгкая. Ё-моё, это надо было на видео. Давай. Я заснял, я заснял всё. О, серьёзно? Всё, там уже заснял. Класс. Давай поднимаем, давай поднимаем. Давай поднимем. Слушай, что за... А я вроде... А вам Данила разрешил? Да. Раз. Давай. Сейчас как Баська. А! Ну что, поехали? Да, я. Давай пристегнемся, а я что-то очкую, чувак. Тогда я сдвину, чтобы... Я буду в окно. Подожди, да, где-то. Блядь. Нет.
знаешь, что там за закончится. Потом со мной проедешь. Я на GoPro сниму. Сука. Сука, у нихуя, бля. Бля, ну ты, бля, резкий. Ух ты ж, блядь. Вот уже мы вошли. Прямо в корпус. Везет. Че, страшно? Нет. Чуть-чуть, да? Тихо. Вот так вот. Едем, едем, едем в соседнее село на дискотеку со своей фанатекой. Ёбаный, мы тут поменяли поворот, ты должен войти. Ну, 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 ну. Раз, пол, блядь. Направо. Блядь, всё, сбил! Серьёзно? Нет. Да? Нет. По-моему, мы врезались. Налево, руль, блядь! Да в лупу не въебись! А что, это ж так же видел вообще? Нравится? Блядь! Нравится! Налево, направо, сука! Да мне тяжело! Пошел, пошел, пошел! Давай! Это тормоз удал, я ничего не трогал. Это Ярик, я с ним хожу на автоспорт. Он играет тоже в танки, у него Генус, у него сеструха играет даже в танке, у нее тоже Генус. Я думаю, вы слышали ее ник Влада, как, 8? 858. Влада 858, она 5 раз была голдовом недели. Какой у нее личный рекорд по голдам? Лично я не знаю ее рекорд. Ну, и хотя бы штук 70 она точно брала. Вот. И... Вот сейчас было первое занятие на авто, я проехал хорошо, и тренер сказал то, что я там вообще красавчик, я тебя люблю, и туда-сюда все дела. Ну, конечно, образно, но вы понимаете, то, что у меня большой успех в авто... Успех. В спорте, да. Это как успех. Давайте так, если этот влог наберет 1000 лайков, то я буду снимать каждый раз, как я езжу на машине. Я думаю, что вам понравится. Давай, я тебе камеру дам, будешь с ней сидеть. Влад, Вован, на. Снимай, только, блядь, снимай так, чтобы... Чтоб не было подозрений. Ты что, тварь, делаешь? Блядь, что у меня? Все, тихо, Вован, я снимаю, тихо, идет МПшник, я снимаю, все, я снял, тихо. Да ты не делаешь, что ли? Все, тихо, не придаем внимания этому шкафчику. Да. Пацаны, я не хочу. Дайте мне, дайте я вырежу. Да я не хочу больше. Я там весь урок не просижу. Я тебе говорю, давай ты сядешь, и так же, как и я хотел. Так я тоже сяду. Так сядь. Так я сяду, смотри, я тебе объясняю. Лови. Насчет сервера. Нормально. Снимай? Да. Я же там вставлю. Я же это... Все увидят, как обычно. Сама харкает.
там орал, типа. Извините, Юлия Владимировна. Я не хотел. Давай еще поизвиняюсь, ну, чтоб наверняка. Сука, Егор. Ты радуйся, что я могу посмеяться сама с себя, понимаешь? Блядь, подождите, 8, что 5? Он мог увидеть это. Так, давайте по пасту. Очень быстро все. Понимаешь? Когда будешь на столахе работать, там не будет времени ждать. Там нужно гаечный ключ быстро прикрутить двигой, там ты не успеешь просто ничего сделать больше. Двигай. Смотрите, сейчас будет вообще эпик. Садись. Опа, вот это эпик. Короче, ребят, я решил отдать GoPro этому Егору, чтобы он снял часть влога. Берег, падла, я тебя найду. Когда увидел берега, падлу, который, сука, кидает. Еще в ту сторону. Тебе не в ту сторону, так от меня поедешь на тралике до запада. А с запада на юго-запад. Я забыл, зачем я в Еврикш. Мне ж мамка послала, чтоб я с ящиков забрал ее сумку. Я сейчас серьезно, она сумку забыла. Бля, сейчас опять били до этого Еврика с сумкой. А у нас день учителя. Да. Че, тебя снимать? Блядь, звонок. Да, все, прости. Да, я сам отдам. Я сам отдам. А я на следующий уже домой. Журнал. Он находится в 38-м кабинете. Хорошо. Да пошли, пошли за ничего. Вот блин, как и в прошлый раз, запись не пошла. Оля, пока, все. Пока. Пока, Оля. Дай 5. Давай, 5. Оп. Деньги давай. Автобус стой. Вон он. Бля, беги, у меня нет сил. Держи его. Сука. Просто не 62-й. Здорово! С вами снова Андрей Скутерес. И сегодня у нас обзор на вот этот байк. C4-125. Ваня, что вы можете сказать по поводу этого мотоцикла? Как он? Можно смело брать. Сезон вы точно отъездите. Ну, потом по запчастям придется собирать. Вы только послушайте этот звук. Не завелся. На холостых его вообще не слышно, поэтому соседей вы точно не побеспокоите. Отлично, а как сюда поставить прямоток и возможно ли это? Короче, это очень просто, это намного проще, чем на других мотоциклах. Берете пассатижи, достаете сначала, вот отвинчиваете винтик, достаете вот эту вот заглушечку и пассатижами вытягиваем среднюю трубу. Заглушку ставим на место и все. Вы первый парень на селе. То есть все так просто, да? Да. Никаких затрат, я так понимаю. Ну, мало, если у вас пассатижи нет, их придется купить. Угу. Как же насчет тест-драйва этого байка? У нас пилот уходит домой, не может. Обидно, конечно. Ну ладно, давайте мы его заглушим, потому что сейчас горит что-нибудь нахрен. А теперь мы сделаем обзор на этот байк. Без бензина. Ярик, ничего страшного, давайте мы его протестируем. Поехали. С ним еще какой-то мужик сказал, так что, ребят, наш KFC ненадежен. А мы заканчиваем влог, давай прощайся. Все, пока. Все, пока. Ремень упало, поднимай трубу.